Всем привет, друзья мои! Спасибо большое, что вы в очередной раз заглянули на мой канал, и сегодня опять речь пойдет про онлайн-шоппинг. Интернет-магазины — это просто спасение для меня, какое счастье, что они существуют. Я уже настолько приноровилась, наверное, что у меня практически не бывает каких-то промахов по размерам, и когда я выбираю вещи в интернет-магазине, для меня очень важно, чтобы была фотография не просто вещи как таковой, а обязательно, чтобы было фото на модели. Я смотрю, как это выглядит на модели. Я примерно понимаю, как это будет выглядеть на моей фигуре, насколько это мне конкретная вещь подойдет, и тогда, в общем-то, промахи практически сводятся к нулю. Сегодня я вам покажу не просто заказ из интернет-магазина, а с большого онлайн-торгового центра, в котором собрано большое количество дизайнерской одежды. Конечно же, несомненный самый огромный плюс этого в том, что, как правило, такая одежда отшивается в одном, двух, ну максимум в трех экземплярах. И, конечно же, купив такую вещь, вы не встретите ее на ком-либо еще. Я думаю, что это актуально и для маленьких городов, и для больших. Начну я, конечно же, с обуви и аксессуаров. Я заказала себе вот такие замечательные слиперы из очень актуального сейчас материала, из бархата. Изнутри они, кстати, сделаны из натуральной кожи, поэтому все очень-очень комфортно. Такой вид обуви сейчас очень популярен, и я поддерживаю всех фанатов такой обуви, потому что это действительно очень комфортно, это очень современно, это очень-очень удобно, и носить такую обувь можно и под юбку, и под платье, под брюки, под все что угодно. Это совершенно такая универсальная модель. По-моему, они представлены еще в пудровом цвете, насколько я помню. Я выбрала вот такие серо-голубые, сверху очень красивая вышивка. Конечно же, это отличный и, я бы сказала, не банальный вид обуви на плоской подошве, и смотрится, по-моему, такая обувь гораздо интереснее, чем балетки, гораздо элегантнее и красивее, поэтому я очень довольна, смотрятся они, конечно, классно. Классно. Далее моя новая весенне-летняя сумочка. Та-дам! Вот так она выглядит. Мне очень нравятся сумки на весну и лето, именно таких нейтральных цветов. Мне, честно говоря, очень трудно всегда комбинировать какие-то яркие сумки, даже в летний гардероб. И хотя сейчас приветствуется любое самое буйное сочетание цветов в гардеробе, я все-таки люблю, чтобы, ну, мой образ был, наверное, гармоничен. И самое главное, важно, конечно, не то, что сейчас носят, и не то, насколько актуальна та или иная цветовая гамма, та или иная модель, а насколько нравится это вам, насколько вам нравится смотреть на себя в зеркало, когда вы берете ту или иную сумку, надеваете тот или иной комплект. Поэтому мне кажется, это самое важное. Поэтому вот для меня важно, чтобы было все гармонично, а вот такой цвет сумки вписывается, конечно же, куда угодно. Еще одно огромное ее преимущество — это ее модель. Модель, я бы сказала, такая, знаете, универсальная. Она отлично, если снять вот эту ручку, она будет смотреться, так, знаете, такой классический вариант, который подойдет под какое-то, не знаю, романтическое платьице. А если, например, надеть вот этот ремень, то она, наверное, будет отлично смотреться и с джинсами, и с каким-то более, ну, наверное, таким легким городским свободным стилем. Вот именно этим она мне понравилась. Эта сумка из натуральной кожи. Она очень удобная, у нее есть несколько удобных карманов, и, в общем-то, размер — это как раз, что называется, мое. Потому что сильно маленькая сумочка, конечно, проблематично в нее что-то класть, сильно большая, но она не совсем сочетается с моим ростом и с моим размером. Поэтому вот таким был мой выбор. Интересная сумка, хотя, конечно же, это не единственная сумка в моем гардеробе, но думаю, что она отлично дополнит мой летний гардероб. Следующее — это очень красивое пальто. Да-да, не удивляйтесь, скоро, казалось бы, лето, но у нас такая весна в этом году, что, похоже, пальто мы будем до мая носить. Посмотрите, какое красивое пальто, и в первую очередь это, конечно же, потрясающий пудровый цвет. Это пальто двухцветное, прямого кроя, как раз то, что сейчас мне нравится больше всего, и его можно носить с поясом, а также можно пояс снять. Мне очень понравилось сочетание вот этих двух таких припыленных оттенков, не очень ярких, они вместе просто отлично дополняют друг друга. Пальто выполнено из такого современного высокотехнологичного материала, и оно совершенно не тяжелое, это огромный плюс, и в нем, в принципе, совершенно и не холодно, и не жарко. То есть это пальто очень-очень комфортное, вот именно сейчас, на ту погоду, какая
какая у нас сейчас. У нас, кстати, вот я смотрю сейчас, до сих пор какие-то мелкие снежинки летят, хотя уже перевалило за середину апреля. Очень довольна этим пальто. Посмотрите, какой красивый цвет. И мне кажется, такой нежный оттенок, он украсит любую женщину. И вообще, вот пальто такого кроя, мне кажется, на сегодняшний день это такой самый актуальный вариант. Прямой крой, английский вот такой воротник, сочетание двух цветов. Просто шикарно. Теперь я хочу вам показать, как я прогнозирую просто бомбу моего летнего гардероба. Это вот такой яркий цвета фуксии, удлиненный жилет. Просто когда я его увидела, я поняла, что я хочу им обладать. Он настолько классный. Вот этот яркий, я бы сказала, взрывной цвет фуксии летом будет, конечно, смотреться просто великолепно. Я жилеты обожаю. Их в моем гардеробе великое множество. Более такие, ну, наверное, темные и более лаконичные для зимы и осени, яркие для лета, светлые тоже для лета. Я обожаю жилеты. Мне очень нравится носить их и с топами, и с рубашками, и с какими-то футболками. Просто абсолютно универсальная вещь. А если на совершенно простые джинсы и совершенно простую майку надеть вот такой жилет, ваш образ будет просто бомба. И я уверена в этом. Поэтому, хотя такие яркие, прям очень яркие цвета я не очень часто ношу, но мне кажется, летом самое время. Следующая вещь совершенно простая, но она не оставила меня равнодушной, потому что на вот весну, на холодные дни лета, ну, в основном, конечно же, на весну, я хотела вот именно белый джемпер. Он классно смотрится весной и летом под какие-то светлые брючки, не знаю, может быть, бежевые. Я вот именно так представляю, как я его буду носить, может быть, даже джинсы. И вот именно, еще раз повторю, на период весна-лето мне нравятся такие вещи светлые или светло-светло-голубой, а еще лучше вот такой белый или молочный. Он, по сути, простой носить, его можно на одно плечо, можно просто как стандартно его носить. Также можно изнутри, если у вас будет какой-то кружевной топ, тоже очень красиво смотрится, когда вы опускаете одно плечико, так игриво, наверное. И еще вот такая, ну, украшалочка, назовем ее так, это такая лента из натуральной замши, тоже, по-моему, очень даже интересно смотрится. Отличный джемпер такого свободного кроя, обожаю такие модели, всегда с удовольствием ношу, и мне кажется, что вот именно такая модель, она применима, ну, практически к любому типу фигуры. Еще одна вещь, в которую я влюбилась просто с первого взгляда, вот такие мы, женщины, увлекающиеся натурой, это вот такой джинсовый сарафан. Он выполнен из тонкой ткани, но не из такой джинсовой, с которой шьют джинсы, а вот именно такая тонкая ткань, которая подойдет для платья, для сарафана, для юбки, еще для чего-либо. Это, опять же, совершенно универсальная вещь. Мне очень нравится, как он смотрится, действительно очень стильно, несмотря на то, что модель где-то смахивает, наверное, на модели где-то 80-х, наверное, когда были такие актуальные. Да, наверное, где-то 80-х. Но такой в более современном варианте, и мне такой вариант очень-очень нравится. И я думаю, что летом я буду его с удовольствием носить и просто как сарафанчик на голое тело, и также как сарафанчик, который можно скомбинировать с какой-то блузочкой. Я не блузочкой, а футболочкой. Я вот здесь вижу вот именно белую футболку. Хотя, может быть, какие-то другие цвета тоже подойдут. Еще одна звезда моего заказа — это вот такое замечательное платье, очень красивого нежно-голубого цвета. И это платье называется модель, потому что оно сшито по специальному лекалу. Лекало называется пушап. И это платье из очень плотного материала, который облегает вашу фигуру и как бы немножко формирует ее, что ли, подтягивает. И смотрится, по-моему, это здорово. У него, кстати, изнутри вшит подклад, также здесь же в этой области есть чашки, то есть это платье можно носить с бельем, можно носить без белья, кому как позволяет фигура. Мне оно очень понравилось, это вот еще один универсальный вариант. Я вообще вижу это платье во многих случаях. Оно отлично будет смотреться как коктейльное, оно отлично смотрится будет смотреться как вечернее, если в него добавить яркие аксессуары. Также, мне кажется, шикарно оно будет смотреться на выпускнице, опять же, добавив какие-то яркие
яркие аксессуары, потому что это совершенно такой классический, наверное, крой платья-футляра, оно всегда уместно, оно всегда классно смотрится. Поэтому, если вы еще не купили выпускное платье для своей дочери, племянницы или, не знаю, или для себя, то посмотрите обязательно на вот это. Мне кажется, вот я прям вот фантазирую, представляю, как оно отлично будет смотреться. Очень красивое платье, очень красивый выигрышный цвет, освежает, и длина замечательная. То есть я в это платье влюблена. И последняя вещь в сегодняшнем видео — это свитшот. Я свитшоты обожаю, я ношу их круглый год, разных цветов, разных моделей. И вот этот замечательный, очень-очень нежный, понравился мне тем, что спереди он выполнен из очень интересного материала, который называется замша на ткани. Я такого никогда не встречала. Очень-очень тоненький, действительно, если приглядеться, видно, что это замшевая ткань. Каких только интересных современных тканей сейчас не появляется. Он очень комфортный, и когда вы его надеваете, просто вот действительно самые-самые приятные ощущения. А модель, в принципе, у него стандартная, но мне очень понравилась расцветка, мне очень понравилось, что он серый, я не знаю почему, но вот так как я свитшоты чаще всего все-таки ношу с джинсами и джинсовыми юбками, то мне вот серый как-то больше всего нравится сочетать с джинсами. Отличная модель, классно смотрится, конечно, такие вещи абсолютно универсальные, надевайте их с чем хотите, даже поверх какого-то тоненького платьица тоже будет здорово. Просто незаменимая вещь на лето и весну, поэтому буду с удовольствием носить. Ну что ж, на сегодня это все, что я вам хотела показать. Если что-то из одежды вам приглянулось, то разворачивайте инфобокс, и внизу я оставлю все ссылочки. Я планирую снимать видео об одежде гораздо больше, потому что это самая просматриваемая тема на моем канале. Это, конечно, меня очень радует, потому что наряжаться я, конечно же, как все женщины, очень люблю. Я планирую снять вам в мае видео о новинках летнего гардероба, также, возможно, какие-то аутфиты буду делать. В любом случае, спасибо вам большое за внимание. До встречи на моем канале.